Какие песни когда могли исполняться? Да, вот именно что? Что было традиционно? Вот, допустим, если взять одно, что на свадьбе, допустим, исполнялись жанровые песни именно по случаю, да, то есть песни тоже имели каждый свой случай. Один из обычаев считался, что вот когда приезжали сваты, да, в дом на свадьбе, то есть в знак уважения им преподносили пиалу спиртного напитка, то есть, да, раньше молочной водки, да, и исполняли протяжную песню. То есть совершался такой ритуал, обряд, знак уважения, то есть песен, да, и вот именно есть одна такая калмыцкая песня «Харунгын джора», да, то есть опять же связано с лошадью, что вот бег молодого жеребца очень красивый, да, и то, что на свадьбу приехали люди, тоже все как на подбор. Харунгын джора хагин усунда унта, то есть для хорошей лошади хозяин всегда выбирает хорошую реку, да, где напоить коня, то есть если есть возможность, да, хорошую траву. И вот такой глубокий смысл в том, что большое уважение считалось, большим уважением считалось, что именно вот если тебе поют протяжную песню и преподносят напиток, то это считалось большим знаком уважения. То есть тот человек не мог не выпить, то есть обязан был. Это тоже был своего рода традиция, вот такая именно обрядовая. Когда там есть еще слова «харин ахнер дуйнер», «хары» – это чужой, да, чужие. То есть все люди, которые приехали к нам в гости, они для нас же чужие. То есть мы не знаем их, да, только пойти с ними породниться, да. Поэтому исполнялась такая песня, вот именно «Харун Банджура». Я слышал, как, да, у Тудун, я слышал, как исполняли бабушки. Есть даже в записях у Нинли Джейны Бураевой эта песня «Харун Банджура». Если разобрать эти слова, конечно, даже ученые уже давно разобрали это все, но тем не менее, хотелось вот именно об этой песне немножко узнать побольше. Ну, я думаю, что в ближайшем будущем мы ее разберем. Либо когда девушка выходит замуж, то есть когда выносят из дома девушку, да, исполняли тоже протяжную песню, именно «Кюкун Мордыгдун», песня, которую вот провожали девушку из дома. Раньше считалось, что если девушка выходит замуж, то есть для рода, своего рода, она считалась, что она умирает, потому что проводили обряд «Калтайлган», «Кишигаулган», то есть оставляли ее счастье. То есть человек, когда умирает, говорят «Далгавна», да, «Кишигавна», тут вот печенье с маслом делают, когда человек умирает, да, и вот это «Кишигхурилха», то есть счастье, которое он нажил, да. И вот до того момента, до которого прожила девушка в семье своих родителей, тоже она накопила какое-то счастье, да, какие-то заслуги, какой-то буин. Вот это все остается дома. Ее выносят из дома, сажают на лошадь. То есть девушка тоже имитировала, что она тоже умерла. И вот когда ее клали на лошадь, уезжали, считал, что девушка умерла из этого дома. Поэтому ее выносили на руках, не опуская на землю. И там же, когда встречали у жениха дома, тоже ее с лошади спускали на руки и на руках заносили в дом, и вот на пороге расстилался матрас, который, да, и вот производили обряд бермюргулган, да, шагачимгандан. То есть начиналась новая жизнь у этой девушки. Вот в этой песне тоже описывается полностью, да, весь момент, вся история от крыльца отчего дома до крыльца, именно вот куда она выходит замуж. Калмыки были очень суеверные, да, наши предки, поэтому считалось, что вот именно ритуал «Галтайлган» производился вот тем животом, который был привезен на свадьбе, живой баран, да. Этот баран приводился в жертвоприношение для обряда
калтайлган. То есть после этого считалось, что действительно девушка для своего рода, она умерла, то есть ушла в чужой род. Так как провели обряд ее родственники, что она умерла, тот же день одновременно на стороне жениха, куда она вышла замуж, проводят обряд деления волос, дают новое имя, и опять это праздник, да, то есть родился новый человек. Пришел в семью новый человек. Почему сейчас именно пожилых людей сажают всегда во главе стола, да, всегда деду, то есть самым главным почетным людьми считается. Потому что она прародительница рода, да, то есть основатель рода также. То есть только благодаря ей большая семья образовалась. И вот только она теперь может руководить им теми или иными обрядовыми такими этими. А кюкнардасы – это именно то самое действие, когда на свадьбе провожают девушку. Вот это называется кюкнардасы. Кюкы-кюркы. Вообще правильно говорят. Кюкы-кюркы – провожать девушку. То есть едут родственники, да, опять. Сейчас, конечно, договариваются о количестве, тот, юн. Ну и раньше всегда тоже так было. Да, это и есть кюкнардасы, кюкы-кюркы. То есть, а через неделю назад берин тюркын. Берин тюркын, да, это именно родители невесты, там вот тогда могут ехать, там в Гага, там нахцикче, да, тетя, мамина сестра, потому что вот сейчас нужно сохранить то, что именно почему едут в делегации одни мужчины и едут две женщины, да, и эти две женщины должны быть обязательно снохами. Но никак не тетями, не гагами, да, никто. И именно они должны быть снохами. Вообще, издревле считал, что только своим родом жениха едут за невестой. Вот сейчас это, да, дабы не обидеть маминых родственников, посылает вторым маминого брата, там маминого брата жену посылает, да. А раньше считалось, только делегация мог находиться, если это, ну, вот мужчина, мамин родственник, там один, два от силы. Остальные все отцовские родственники и только женщины, снохи по отцовской линии могли ехать. Вот такой был обычай. А вот берин тюркын или либо на сватовство, когда едут со стороны жениха, могут поехать и гага, и кюргынаха. Да, раньше родители даже на сватовство не ездили, так как называлось таунсал, да, то есть 5 раз ездили, как мини-сватовство проводили. То есть первый раз ездил какой-то родственник, да, узнавал, готовы ли они выдать девушку замуж, да, согласны ли они принять сватов. То есть если ему отказывали, то второй раз отправляли, там уже отца, брат с женой или с кем-нибудь ехали, то есть тоже разговаривали, вот тогда-то хотят приехать, свататься, все. То есть они тоже могли отказать, что девушка еще не достигла определенного возраста, да. Третий раз уже могли поехать родители, то есть познакомиться, обговорить все. А пятый раз уже это была свадьба, таунсал, то есть 5. Четвертый раз это было само основное сватовство, то есть на котором говорилось день свадьбы, время свадьбы. Раньше все, конечно, по времени. Вот именно в такое время должны заехать худнор, в такое время они должны выйти из дома, до такого времени они должны шить подушку, да. Вот все было по времени. Сейчас вот в Монголии это очень сохранилось, когда вот едет свадебная делегация, они у лама обязательно спрашивают. Ну, берин тюркын это означает, что у девушки тоже есть родственники, да, что она не сирота, все. Вот в начале, когда девушку возят, едет тоже делегация, да, провожает невесту, что. То есть, если она одинока, юнчин, да, сирота, то, естественно, у нее никого нет и никто ее не поехал провожать, да. Или же, когда даже раньше это крали, Урлада вчекла все. То есть, если девушку привели даже обманным путем в дом и заставили уже помолиться,
она уже не имела права выйти из этого рода, из этого дома. То есть только через своих родственников она могла сообщить как-то, что она не согласна этому браку, да, и тогда приезжали родственники и могли ее забрать. Ну, то есть опять это делался целый ритуал, обряд, что вот именно девушка уходит домой назад. То есть Берин Дёркен, когда приезжает, тем самым они должны посмотреть семью жениха, там все, да, потому что же сватовство, свадьба, все, на все эти моменты родители невесты же не посещают. Поэтому они не знают, как они там живут, как у них дома, в каких условиях они живут. Они этого не знали. Поэтому Берин Дёркен — это была возможность, когда они могли приехать, посмотреть поближе, познакомиться со своими вот, кюргне родственниками, да, со своим худнер. Конечно, вот, когда рождался первый ребенок, тогда девушка, да, их дочь со своим мужем, с их зятем, ехали до родственников жены. То есть это назывался тюркенде золхука. Тюркен – это родственники невесты. Золхука – это, то есть, поздороваться, узнать о их здравии, живы ли, здоровы ли они. Да, тюркенде золхука. Тоже опять как целый ритуал, это обязательно, потому что вот сейчас после свадьбы должны поехать девушка, да, и зять, как, да, на сторону невесты. Они едут с подарками, тем самым подчеркивают, что они живут в достатке, все у них хорошо. И тем самым, что жених благодарит родственников невесты. То есть, что все хорошо. Вот на моем личном опыте, да, на моей свадьбе, 3 раза наши ездили, сватали, потом сама свадьба в сентябре, потом после того, как мы съездили в поселок на нашу родину, да, Туктун, после этого мы поехали в Малые Дербеты, вот именно до жены родственников. Тоже мы поехали с подарками, варили мясо. Сейчас немножко можно, конечно, облегчить, но мясо и жир обязательно, потому что когда девушка приезжает до родителей в гости, она в их семейный очаг должна кинуть свое вареное мясо, жир, молоко, масло она везет, да. И вот когда мы приехали в Дербеты, жены моей бабушка, на улице они в ведре вот развели небольшой костер, и вот мясо, которое мы привезли, оттуда мы отщепнули жир, масло, это все она положила в очаг, в огонь, обошли 3 раза, и только после этого нам разрешили зайти в дом. Ну, вот такой обряд именно, что она сытая, она, что у нее все хорошо, семейная жизнь, все хорошо, вот поэтому вот такой ритуал, обряд совершался. Вот, когда человек умирает, да, человеку делал, когда обряд, да, калтайлган, вот именно, или казыр такалган, да, все делается через огонь, то есть подношение духам, предкам. И вот поэтому, когда девушка приезжает, бросает в огонь уже чужой очаг для нее, да, то есть родители ее, жир, масло, то есть предки, духи, они должны насытиться этим самым. Вот такой небольшой ритуал производили. Род, да, заключается в том, что вот именно отцова, братья, да, родственники, близкие. Да, в нашем случае, конечно, должны были старикам, но так как нет уже этих пожилых людей, нашего деда, братьев, да, и уже их нет никого живых, но вот их старшие сыновья уже занимают то самое почетное место. Поэтому мы постарались вот именно через это донести, что вот именно в наш род Курильдахан, да, входит невеста, то есть моя жена, да. И поэтому, а вообще у нас, в нашей семье, когда слышишь, что вот свадьба у кого-то из парней нашего рода,
близкие родственники, отца, братья могут поехать, ну, естественно, не с пустыми руками. Везли раньше барана, ящик водки и говорили, что мы тоже хотим, чтобы стаха в нашем доме помолилась. Эйджа моя, когда выходила замуж, она молилась в 9 домах. То есть тогда жили все обоснованно в одном поселке, да. И вот до глубокой ночи их водили по всему селу, по всему хатону, и именно молились, она молилась именно роду нашего дедушки. И она говорит, что она очень сильно устала, потому что это вот огромное количество людей сопровождается. И именно сейчас вот бывает такая путаница, когда люди, которые привезли невесту, их заставляют ждать на улице. Да? А без них, то есть заводят девушку, мергулят, проводят ритуал поклонения, да? В нашем случае, в нашей семье, ну, это считается, что это неправильно, потому что люди, которые привезли невесту, они самые главные свидетели того, что вот именно они свидетели стали того, что она, помолившись, вошла в их дом. И также вот даже сейчас, если девушка разводится, она также должна помолиться божествам мужа и попросить прощения, что, допустим, она уходит из этого дома, потому что просто так помолившись, а потом просто уйти, это тоже потом когда-то может отразиться на судьбе. Да, да, потому что, ну, как бы, как что говорят, что бурхана адбердимши, да, то есть нельзя насмехаться над бурханами, да. Поэтому это то же самое, что в глубине души, если, допустим, девушка разводится, у нее есть ребенок, она обязательно должна помолиться роду своего мужа, потому что когда она вошла в этот дом, она помолилась, то есть были совершены все ритуалы, все обряды, да, а уйти из этого дома она забыла, помолившись. Потом, ну, то есть, может быть, даже с обидой, еще что-то. Даже если с обидой, да, она должна внутри, да, да, помолиться и попросить прощения, что вот уходит из этого дома. Да, мергульне. Нахцхо, потому что это то, они тоже свидетели того, что в их род входит девушка, да? Нахцхо. Зекун мергульне в некоторых случаях. Я думаю, что это очень важно. Чем объяснять? Тем, что, вот, допустим, девушка, которая вышла замуж, да, сноха, она не имеет права там докасаться, да, мужа, родственника. Не то, что докасаться, она не могла даже перед ним там без платка появиться, да, назвать его имя. Вот тем самым, что вот какой-то барьер между ними должен был присутствовать, да. На прошлом этом занятии я рассказывал, что когда шел мужа, родственник, он подавал знаки, что действительно вот идет родственник мужа, что она должна достойно выглядеть, то есть в платке, в носках там. Ну, сейчас всего этого не делают, но вот именно потому что мамин родственник, он ближе, поэтому он может докоснуться до молодой девушки, да, поэтому считалось, что нахцхэкюн или зэкюн мергульдым. Шагачимгэн, девушка держит, что она не пустая пришла в этот дом, а вот именно в руках, в руки ей дают шагачимгэн кость. Нет, и варят, готовят из дома, да, шагачимгэн, потому что нашему роду она поклоняется. Вот. В некоторых семьях самой этой костью проводят обряд, то есть прикладывают голове к макушке его шагачимгэнмергу. В некоторых семьях делают, что она держит в руках, именно что вот с ней она заходит в этот дом, шагачимгэн. Шага – это богатство, это потомство, да, это достаток скота, то есть символ вот этого, да, шага. Почему калмыки никогда не выкидывали вот это шага? Ну, дабы, чтобы она нигде не валялась, придумали, что вот шага играли игры. Да, и вот сейчас, даже сегодня вот монголы, когда режут барана, кусочек шерсти, да, или кусочек кожицы, именно с той ноги шага чимгэн, оставляют кусочек и нанизывают на нитки. И получается как талисман, как оберег именно для разведения скота. То есть, да, берцовая кость. Шагачимгэн. И также имскуль тоже дарят зекун имскуль имскутам. То есть, да, вот допустим, парня
допустим, двоюродный брат, его Гаги, допустим, сын, да, зекунь, ага, или же отца, сестры, сын, то есть обязательно зекунь, потому что тоже это человек, который нейтральный, вот именно между ними нет никакой связи, никакой обязанности, да, и вот, да, зекунь, имскат, и в конце он обязательно тот человек, который на плечо клал подарки, да, рубашку, материал, тот человек обязательно должен произнести ерель. То есть только с его уст, с его благопожелания, что этот имскуль. У нас, в нашей семье, да, мужчины и женщины все на правое плечо. Почему? Потому что все на правое плечо, мужчины и женщины. Я не знаю, чем это объясняется, но всегда старики раньше ругали, что нужно давать правой рукой, брать правой рукой. И поэтому, когда пожилые люди дают билик, да, деньги, детей всегда нужно приучать, чтобы они брали правой рукой. Правой рукой берут и правой рукой дают. А то, что там говорят, правой берут, левой дают, там это уже... нет, это, наверное, все-таки русское больше. Или там деньги ночью не дают и все остальное. В калмыку самое главное было, что молоко ночью не давать. Молоко – это белая пища, голова всему, да, то есть молока и масло, и сыр, и все, да, то есть такой он. Вечером никогда, вот, женщины, бабушки, молоко никогда нельзя давать, молоко из дома выносить, то есть это был самый большой грех считался в калмыку. Поэтому, когда вот молоко даже, вот, допустим, давали, да, обязательно отливали назад чуть-чуть, деджинь, да, назад. То есть нет, назад ведро. Допустим, с ведра наливают в банку, да, с банки назад деджин наливали, чтобы не отдать свое счастье, свой достаток. Да, кишик обязательно, со всего оставляли кишик, потому что чаша богатства, да, семейный очаг, семейная чаша, она не должна никогда быть пустой. У нас была бабушка, Аугберген наша, ей было 104 года, и она, конечно, очень сильно соблюдала вот эти свои традиции, да, наши. И она всегда нас учила, что вот так нельзя брать, вот так нельзя брать, так нельзя давать. И вот после зул она говорила, что 3 дня не выносили залу, потому что в ту ночь, когда спускается божество Зункугиган, благословляя, а тем самым мы выкидываем его благословение на улицу. Поэтому 3 дня люди никому ничего не давали. Потому что это был именно такой ритуальный праздник, да. Это сейчас мы ходим с борцами там друг к другу, да. Но это все-таки, да, это все-таки такой сакральный ритуальный праздник. Именно для семейного очага, именно для дома. Что просим благословения в наш дом. А Цанасар — это праздник весны. Праздновался целый месяц. В течение месяца могли друг к другу зайти, спросить, да. Юля Сянгар Вагиват. Нет, наверное. Не знали, но самое главное, да, для стариков знать год. Не обязательно знать дату рождения, там, юн. Самое главное было знать год. Потому что, да, потому что вот, ну, у калмыков произошло так, да, всем известно, что после Сибири калмыки, когда приехали, все, пока, когда все восстановилось, многие добавили свой возраст, да, некоторые неправильно идут, ну, и вот когда человек, если знает, что он именно вот мюрнджильта, да, он потом перед смертью обязательно скажет, или как-то в тайне своим детям может сказать, что би мюрнджильта, там, допустим, а не хюнджильта, да, почему это делалось, потому что, чтобы когда человек после ухода человека правильно сделали все вот эти обряды, то есть чтобы ему дошло. На свадьбе самое главное, наверное, было не обидеть никого, потому что если человек уходит со свадьбы обиженный, то есть потом это могло отразиться на молодых. Потому что родители жениха не сделали все возможное для того, чтобы все люди были довольны. А самое главное, конечно, ну, чтобы гость ушел домой довольный, да? Мы же всегда так гостей встречаем, да, всех. Всегда готовимся к этому событию. И вот, если, допустим, ваш дом пришел первый раз зять, или, да, в первый раз пришла сноха, то у калмыков считалось самое почетное подарить ему захтаховца.
То есть заха это воротник, воротник глава всему, да, голова всему. И вот дарили рубашку, девушке дарили отрез, то есть кусок материала какого-то, чтобы это было памятно, да, чтобы человек потом это носил. И поэтому всегда раньше старики дома держали, да, у всех бабушек в сундуках были ткани, рубашки, да, миллионом были, да, все покупали, надо, не надо, да, а пускай бяк, пускай лежит, да, самое главное, что вот вдруг кто-то приехал, да, там, откуда-то, да, и вот и сразу одаривали тех людей, вот именно что, ну, сейчас, конечно, все, все деньгами. Выражаются люди, да, бюкульхой намахан, да, то есть мясо целого барана. То есть туда, бюкульхой, это значит, туда входит голова, дотор, да, все варят, там, элькан, ножка, все варили. Все вот эти, единственное, что шея, серкузин, вот это оставляли дома. И язык, и нижняя часть челюсти головы. Да, все оставляли это дома, а везде вот только верхнюю часть головы ее барана сварили целиком. Ну, то есть как умудрились, потом не спросили, ну как вы сварили целиком? Ванную купили, знаете, вот ванны, ну да, действительно, не было людей, которые подсказали бы, да? Конечно, да, 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 вот они когда приехали, они... И да, и самое главное, что нельзя, да, насмехаться над... Почему вот некоторые едут, везут барана, одевает его там спортивную, конечно, это там забава сейчас для нас, да, а тогда считался, этот баран приносился жертвоприношение же для очищения, то есть для обряда именно калтайлган, да, он был символ, почему он должен своими четырьмя ногами зайти в их двор, потому что он был предназначен именно для обряда, для того обряда, который совершает, что девушка умерла, да, для этого рода. Поэтому вот раньше старики очень бережно относились и выбирали самого лучшего, большого, белого барана. Обязательно был, должен был белый быть баран. Да, раньше, когда варили целиком, то есть грудинку ели только женщины, только берячут. И вот когда везут берячут, да, хуйвы. Да, отдельный вот этот пакет со спиртным, но отдельно это сейчас стали, да, то есть как знак уважения, да. Раньше, почему берячу днюху вы, потому что эти женщины, которые помогали на свадьбе, да, все они делали, да, они должны были вознаграждены быть. И когда привозили вот за невесту вот эту водку, махан, все, и оттуда они брали деджин. Вот это считалось самым большим уважением берячу днюху вы. То есть открывали ящик, оттуда брали водку, от мяса брали грудинку, то есть то, что положено с нохом есть, да, и вот оттуда компать болта, борцук, и получался небольшой такой пакет, да, для них. Ну, то есть вот это называлось берячий дын хуйвы, то есть дейджи, то есть именно берячий дын хуйвы, это хуйвы, еще говорят, вот после свадьбы, да, отправляют тем людям, которые не смогли приехать. Обязательно, вот если пожилой человек, да, люди в возрасте, им отправляли кусочек мяса, привезенный со стороны жениха или со стороны невесты. Вот это было большим уважением, когда присылают мясо, вот у цумахан, или то мясо, которое вот привезли худнар, да, они говорят, о, теперь хурмин маха самсу. То есть испробовал, хоть и сам не был на свадьбе, но испробовал мясо свадебное. Именно ритуально, именно обряду. Да, он побывал, он произносит благопожелания дома, да. Ну, я думаю, что постепенно мы донесем до людей, что вот как правильно, ну, желательно, да, делать именно возера, что много женщин нельзя отправлять. И, то есть ехать в делегацию должны только родственники. Но потом я не понимаю, почему отправляют подруг в делегации в счете, в количестве, да. То есть, потому что счет тоже это сакральное, да? То есть, приехал четный, уехал нечетный, а вот этот ее нарушается, потому что это не кровный родственник, да? Это не родственник, никто. И вот поэтому таких людей нежелательно отправлять. Точное количество какое должно быть? Есть? Нет, нет. Ну, допустим, один фин, да, возвращается 13, да. Что, едет, четный возвращается. Всегда ничего не едет. Некоторые говорят, ну водитель не считается, потому что он не вне количества поездов. Это нормально, то есть нормально. Едет водитель, да, он его не в делегации заводит, а после заведут, там чай угостят, там все, это нормально считается, что. Ну, кал тайлган обязательно
проводили на стороне невесты, да, когда нас после свадьбы там, можно на следующий день или через несколько дней, да, в течение какого-то там времени, то есть не откладывая этого обряда, проводили родственники отца невесты все. То есть бабушка там, если, да, есть, дяди все же, невесты, девушки этой дяди, Аугнер, то есть опять же род Аугнер. Все ритуальные части всегда возглавляют родственники по отцу, бабушка по отцу. Даже если есть бабушка, все равно перед ней говорит ее сын, потому что, то есть мужское начало, да, вот по мужскому роду, потом уже женщина. Поэтому даже на свадьбах вот надо стараться, когда, ну, конечно, это большое уважение бабушке первое слово дать, да, там, но всегда нужно, чтобы вот именно рода мужчины первый сказал Юраль благопожелание, а после него уже вот бабушка, там, кто есть. Поэтому... Да, первый всегда должен мужчина произнести, может, не может, как может, да, потом может его жена поздравить и дальше уже все остальные. С утра, когда выезжает делегация за невестой, зажигает лампаду, когда приезжает, когда именно в тот момент, когда ритуал проходит, да, Миргулан, то есть чему она поклоняется? Семейному очагу же. Вот именно Назул, да, там Цаган, с утра зажигала одну и вечером обязательно. Я у нее, почему она говорила, что вот вечером, когда сменяется день с ночью, появляется первая звезда, и вот тогда зажигали лампадку. То есть одын кюцхла. Вот старые люди все почему-то придерживались этого и зажигают лампаду вечером. Почему и назол вот нельзя пить спиртное, чтобы потом не в трезвом состоянии зажигать лампаду. Вот такие вот, вот очень важно чистыми помыслами, чистым действием зажигали лампаду. Вот именно вечером зажигали, когда появлялись первые звезды. И почему вот умершему человеку тоже зажигают лампаду вечером, да, дабы освещать ему путь. Один раз в день, после, там, после 7 дней, один раз в день вечером зажигают там, с 5 до 7. Да, вот именно в тот момент, когда день с ночью меняется. Только как рождался ребенок, даже вот даже сейчас, если услышишь, что родился ребенок, мама, да, бабушка этого ребенка варила чай, и вот приглашали соседей, пожилых людей, чтобы, да, Юреха, чтобы этого мальчика все сложилось благополучно, чтобы зажила пуповина, да, все у этого ребенка. Но сейчас не важно, что мальчик, девочка, да, именно ребенка, чтобы благословили именно пожилые люди, чтобы, да, именно пожилые люди, родственники, мужа, опять же, так же, да, допустим, можно позвать гагашек, позвать с их мужьями тоже, да, сказать, что, или цяутн, то есть не день рождения там, не что, а вот именно, или цяуват, благословить этого ребенка, новорожденного. Ну, это вот я вот этого тоже не понимаю, конечно. Я не знаю, откуда это взялось так. До года, там, до несколько месяцев, да, вот непонятно, конечно. Когда так как мы уже живем, да? Когда кто-то приходит, сажу и ну, сажу делать, когда ребенок, мне кажется, путает место, день с ночью, когда сажу, вот именно бешинамда, вот это. С печи брали вот сажу и мазали, ну, чтобы ребенок назад восстановился, то есть с глаз ушел, юн, все, жгли спички. Вот видишь, опять через огонь ритуально очищали детей, да, и вот до сих пор же спички как детям пожгут, они все нормально. И этот, даже некоторые люди думают, о, там подумают, что вот хороший ребенок, да, и там смеется, юн. И бывает, что детям тоже это не все идет, да. Ну, конечно, на этом нельзя зацикливаться, потому что детей раньше как воспитывали. Поэтому, вот, как на прошлом занятии я говорю, что много говорят там, о, муйор, муйор, да. Это, а сами объяснить не могут, что это такое, почему это муйор. Мне кажется, все-таки это было воспитание детей, чтобы дети были не балованы, там, людей старших уважали, да. Но даже когда кто-то заходит, девушки там, да, парни всегда должны стоять,
выходит и должны поздороваться с людьми и стоять, пока родители им не скажут, там, может идти, там еще что-то. Вот такого, наверное, было воспитание своего рода детей. А когда я учился в Монголии, я заметил, что у ребенка в 3 года, ой, в 2 года стригут. То есть в 2 и еще вот этот кинасын, который, да, по-калмыцки 1 год добавляет, то есть ему 3. Кунта. Курута, вот говорили кунта. И вот 3-летнего ребенка почему-то стригут. В Монголии, да, тоже на лысо. Я не могу говорить так, что все должны и у всех так было, да? Я буду рассказывать о традициях, обычаях тех, которых я знаю. Мы не категоричны. Как в нашей семье, да. Как именно в моем поселке, да? Как в нашей семье, в нашем роду, как это было. Потому что я знаю, что сколько племен, сколько родов, да? У всех очень много. Поэтому, чтобы не обидеть никого, не задеть никого, ничего, поэтому будем рассказывать об общих, да? То есть я буду рассказывать именно о своем примере, как у нас делают, да? А вот так, вот так, вот так делают в таких родах, да? Насколько нам известно таких, да? Есть очень много книг интересных, да? Ну, я думаю, что и похоронные, да, обряды, традиции я постараюсь рассказать, кому интересно. Свадебные именно, да, сватовство, там, ну, такие вот небольшие, конечно, да, рождение ребенка, все рождение мальчика. Все авторские права защищены, поэтому... Поэтому, да, я думаю, что будем приглашать, если что, да, может даже Едыкирнджену даже пригласить, да, чтобы более четко. Поэтому я думаю, что в следующий раз тоже, да, еще соберемся. Я думаю, что по средам в 6 часов вечера будет день традиций и обычаев. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.